Здравствуйте, мои дорогие друзья, рад приветствовать вас на канале Гороскоп. Как всегда, хочу попросить вас поддержать мой канал, поставьте лайк, подпишитесь и оставьте комментарий под любым из роликов. Ну а мы, в принципе, начинаем. И прогноз у нас на 20 августа 2020 года. Приятного вам просмотра и поехали! Овен. Сегодня Овнам стоит серьезно подойти к служебным обязанностям и своему собственному здоровью. Желательно сделать ставку на системность, дисциплину, аккуратность и скрупулезность. Предстоит более тесное общение с коллегами, решение бюрократических вопросов. Не стоит пугаться объема работ. Их список конечен и известен уже заранее. Удачное время для повторного детального обследования, наведения порядка и визита в учреждение. Любовный гороскоп для Овна. Ситуация сегодняшнего дня может быть для вас совершенно неожиданной, но вы почему-то совсем не удивляетесь. Может быть, в глубине души уже давно ожидали подобного поворота. Одиноким Овнам не стоит слишком доверять своим мечтам, иначе можно попасть в плен иллюзий. Гороскоп карьеры и финансов для Овна. На этот день Овнам не стоит планировать подписание договоров на аренду. Также в это время вам труднее будет добиться завершения работ над проектами. Постоянно могут возникать новые препятствия. В партнерском бизнесе также не все пройдет гладко. Возможно, задержки с исполнением договорных обязательств. В целом может снизиться устойчивость вашего бизнеса. Телец. Тельцам этот день вернет врожденный здравый образ мыслей, поможет вновь оказаться в надежных рамках долгосрочной программы или старых убеждений. Обстоятельства помогут вам укрепить свой авторитет, в том числе родительский или педагогический. Подтвердить профессиональный уровень. Можно рассчитывать на безопасный отдых. В делах сердечных эти сутки склоняют к реализму, верности и ответственности. Любовный гороскоп для Тельца. Несмотря на то, что между вами не все так гладко, в этот день вы можете убедиться, что вторая половинка все-таки близкий и родной вам человек. Одиноких Тельцов ждет участие в деловом проекте. Не исключено, что официальные отношения с партнером впоследствии перерастут в личные. Гороскоп карьеры и финансов для Тельца. У Тельцов основной задачей сегодняшнего дня должно стать сохранение имеющихся деловых связей. Дело в том, что сейчас многие деловые соглашения и обещания, которые вам будут давать, могут оказаться неисполненными. И очень важно не растерять наиболее ценные контакты. В трудовом коллективе также могут возникнуть непредвиденные осложнения. Близнецы. Близнецам сегодня полезно заново навести порядок в доме, на личной территории или на рабочем месте. Не помешает укрепить технические системы безопасности, а также освежить в памяти моральные и правовые границы, в которых вам сейчас позволено действовать. Не стоит пытаться лихо взять такой барьер с налета. Чем объемнее задача, тем более вдумчивого, ответственного и детального подхода она к себе будет требовать. Любовный гороскоп для близнецов. Звезды подсказывают близнецам, что сегодня опасаться вам нечего. В этот день наблюдается стечение целого ряда благоприятных факторов. Даже из самой острой ситуации вы выйдете без потерь, если вы пока одиноки. Занятие любым любимым хобби поможет завести приятные знакомства. Гороскоп карьеры и финансов для близнецов. Этот день нельзя назвать удачным для тех близнецов, кто занимается финансовыми спекуляциями на бирже. Заработать деньги становится труднее ввиду крайней нестабильности рынка. Индивидуальные предприниматели почувствуют, что заказы либо срываются, либо не оправдывают ожидания с точки зрения финансов. Рак. Сегодня раки начнут мыслить более приземленно, системно и детально, что заметно улучшит их настрой и перспективы на ближайшее время. У раков, переживающих кризис, появится лишняя точка опоры. Может наметиться цикл учебы, переговоров, командировок, научных работ, оформления документов, целевых информационных поисков, визитов в учреждения. Появится повод для укрепления полезных, дружеских связей. Любовный гороскоп для рака. Не исключено, что сегодня отношения с вашей пассией не будут безоблачными. Звезды подсказывают, что именно сейчас ракам нужно продумать все возможные последствия складывающейся ситуации. Если вы пока не встретили свою любовь, ждите признания в любви своего поклонника.
Гороскоп карьеры и финансов для рака. Сегодня ракам следует быть осмотрительнее в построении планов на будущее. Многое из того, что вы запланируете, так и останется, к сожалению, неисполненным. Воздержитесь от участия в коллективных мероприятиях типа собраний, совещаний или конференций. В деловой переписке наступает пауза, к сожалению. Будьте внимательнее при расчетах за покупки, ведь есть риск утери денег или обсчета вас. Лев. Сегодня звезды советуют львам стать реалистами и заняться на системной основе своей материальной платформы. Прежде чем искать новые источники дохода или способ организации бюджета, полезно оценить имеющийся. Он вполне себе работоспособен. Тот же подход уместен и в отношении старых вещей и проверенных поставщиков. День подходит для поиска лекарств, для оптовых покупок или приобретения штатных комплексов, или компонентов, или даже комплектов. Любовный гороскоп для льва. Постарайтесь не так критично относиться в этот день к своему любимому человеку, иначе будет трудно избежать конфликта. Одиноким львам звезды подсказывают, что судьба не подарит вам сегодня встречу со своей второй половинкой. Впрочем, сейчас вы готовы наслаждаться своей свободой и не думать о паре. Гороскоп карьеры и финансов для льва. Львам в этот день не следует доверять чужим обещаниям, также и вы сами постарайтесь никому ничего не обещать. Деловые контакты сейчас весьма непрочные, а новые знакомства не имеют перспектив для закрепления. В каких-то вопросах вы будете чувствовать ограничения, скажем так, торможение. При принятии важных решений больше полагайтесь на самих себя и только на себя. Девы. Сегодня девы вернутся в знакомые рамки, что не умолит их возможностей, а наоборот даст им знакомую защиту. Многие девы укрепят свои позиции, авторитет, иммунитет, законные возможности. Появятся дальние и действительно нужные мысли и право голоса. Начнет поступать информация из надежных источников. Хорошо уточнять личные планы, привычки, диету, готовиться к циклу учебы или консультаций. Процедуре оформления документов, к ней, кстати, тоже подготовиться, не помешает. Любовный гороскоп для дев. Астрологические влияния этого дня подтолкнут некоторых дев к разрыву отношений. Не удерживайте партнера, отношения с которым исчерпали себя, ни к чему хорошему не приведут. В этот день одинокие девы пользуются особенным вниманием, но вряд ли они смогут выбрать кого-то одного из массы их обожателей. Гороскоп карьеры и финансов для девы. Девам в этот день не следует строить иллюзии относительно намерений вашего работодателя. Как бы хорошо вы ни работали, но вам не сделают прибавку к зарплате и не объявят о выплате денежной премии. Индивидуальные предприниматели почувствуют финансовые затруднения. Вам может не хватать оборотных средств для поддержания проектов на должном уровне. Весы. Сегодня весам стоит перенести на первую половину дня все заботы о материальной стороне дела. Если оказался в статусе подвешен критичный сюжет с финансовой подоплекой, ожидается его благополучное завершение. Вечер лучше посвятить общению или интеллектуальной работе. Пора привести в систему имеющиеся знания, структурировать аргументы и факты, заново изучить программу обучения или маршрут движения. Любовный гороскоп для весов. В этот день многие весы могут немного расслабиться и насладиться гармонией в отношениях со своим любимым человеком. Весы, которые пока находятся в поиске любви, в этот день смогут найти скрытую причину одиночества. Разобраться, лучше понять себя. Это хорошее время для изучения своего и чужого опыта. Гороскоп карьеры и финансов для весов. У весов благоприятный день для принятия финансовых решений. В вашем распоряжении может оказаться определенная сумма заемных денег, которые вы сможете успешно распорядиться. Если вы ожидаете со дня на день поступления платежа на ваш банковский счет, то сегодня деньги могут прийти. Также это хорошее время для покупок онлайн в интернет-магазинах. Скорпион. Скорпионам не стоит терять время, если они хотят убедиться в чужой благосклонности или получить бонус. Первая половина дня сегодня будет для этого лучшим периодом. Вечером стоит следить за своими словами и не принимать веру на чужое. Твердые гарантии сейчас проблематичны, но все обещания, заявления, соглашения важно чем-то подкрепить, хотя бы честным словом. Также нежелательно договоры на долгий срок.
Любовный гороскоп для Скорпиона. Текущее положение планет говорит, что для Скорпионов любимый человек станет источником исключительно позитивных эмоций. Если у вас и будут возникать какие-то проблемы, вторая половинка будет готова их с вами разделить. Многие одинокие Скорпионы сегодня могут устремиться на поиски счастья в личной жизни. Гороскоп карьеры и финансов для Скорпиона. Сегодня благоприятный день для тех Скорпионов, кто работает в сфере услуг и особенно работает в непосредственном контакте с клиентами. Проявите максимум внимания к высказываемым пожеланиям клиентов. Это обязательно увеличит приток новых клиентов и, соответственно, рост доходов. Вы сможете наилучшим образом адаптироваться к внешним обстоятельствам и изучить выгоду из сложившейся ситуации. Стрелец. В первой половине дня стрельцам предстоит проявить хозяйственность, если надо, целенаправленную щедрость. Не стоит мелочиться, если результат обещает превзойти все ваши ожидания или до успешного завершения мероприятия останется один шаг. Вечером вас могут вызвать на диалог, при этом атмосфера беседы будет довольно напряженной. Чужие предложения и заявления стоит оценивать критичнее, вероятен где-то подвох. Любовный гороскоп для Стрельца. Стрельцов ожидает достаточно позитивный и важный день. Возможно, произойдут долгожданные события, которые вы вместе со своим любимым человеком готовили в течение длительного времени. Не исключено, что одинокие Стрельцы столкнутся с каким-то загадочным событием. Гороскоп карьеры и финансов для Стрельца. У Стрельцов этот день будет удачным для выполнения текущих работ. Отношения с коллегами складываются доброжелательные и конструктивные. Возрастает уровень работоспособности, усиливается интеллектуальная активность. Вы преуспеете в работе по освоению технических средств. Хорошо проявят себя изобретатели, инженеры и мастера по ремонту сложной бытовой техники. Козерог. Козерогам сегодня лучше заранее разделить свои планы на две части. Утром вам следует запасаться оптимизмом, пользоваться авторитетом или удачной возможностью. Вечером полезно прикинуть дела на завтра, изучить нужные контакты и маршруты. Строя планы, лучше избегать жестких сценариев и спешки. Не стоит отправляться в вечернюю или ночную поездку, срочно начинать цикл ремонтных или лечебных процедур. Любовный гороскоп для Козерога. Возможно, кому-то из Козерогов покажется, что они оказались в тупике. Однако при сильном желании и настойчивости вам удастся найти выход из затруднительной ситуации. Одиноким Козерогам звезды рекомендуют использовать это время для ревизии своих желаний и целей. Гороскоп карьеры и финансов для Козерога. Козероги смогут использовать благоприятные обстоятельства в своих интересах. Сегодня финансовая удача сопутствует вашим смелым начинаниям. Это особенно относится к тем, кто специализируется на бизнесе, связанной с модой, отдыхом, туризмом, развлечением. Можно заниматься рассылкой резюме, проводить рекламные акции, хорошо тестировать новую технику. Водолей. Для водолеев этот день может начаться с инертности, возможно, желание остаться дома. К телесной лени добавится интеллектуальная. Активность мысли и общительность вернутся к вам только вечером. Это подходящее время для умственной работы, литературного творчества, личной переписки. Но в любом занятии и общении будут нервирующие скрытые помехи. Важно исключить опасные игры и предупреждать нечестные сделки. Любовный гороскоп для Водолея. Некоторые обстоятельства подтолкнут Водолеев к откровенному разговору со своей второй половинкой. Не исключено, что раньше эту тему вы упорно обходили стороной, но сейчас пришло то время, когда игнорировать проблему уже невозможно. В личной жизни одиноких Водолеев могут возникнуть отношения, которые будут чем-то отличаться от предыдущих, и причем будут отличаться они в лучшую сторону. Гороскоп карьеры и финансов для Водолея. У Водолеев сегодня отличный день для подведения итогов и завершения проектов. Если вы в течение дня можете выбирать виды работ, то отдавайте предпочтение тому, что можно же сегодня завершить. Не оставляйте на завтра то, что можно сделать сегодня. Могут улучшиться условия вашего труда. Успешно поработают коммунальщики, строители и риэлторы. Рыбы. День даст рыбам оригинальный шанс и поле для маневра. Вас может посетить внезапное вдохновение, практичный и в то же время авантюрный настрой. При подобном импульсе не стоит медлить с короткой поездкой или другой спонтанной акцией. Но вам стоит заранее просчитать возможные риски своего приключения. Велика вероятность ограничений, проверок, задержек, закрытия части путей или неожиданного дефицита.
Любовный гороскоп для рыб. В парах некоторых рыб, где атмосфера была достаточно напряженной, может возникнуть угроза разрыва. Постарайтесь всеми способами избежать развития конфликта. Для одиноких рыб это время может стать наиболее благоприятным для воплощения в жизнь своих самых ярких фантазий. Гороскоп карьеры и финансов для рыб. У рыб сегодня отличный день для подготовки и сдачи бухгалтерских отчетов. Работа с документами потребует от вас особого внимания. Можно и нужно проводить аналитическую переработку информации и делать соответствующие выводы. Вторую половинку дня лучше ничего не делать и просто отдыхать, либо выполнять неспешно текущую работу. Вот и весь прогноз, дорогие друзья. Спасибо вам за внимание. Я желаю вам отличного дня и прекрасного настроения. Успехов вам в ваших начинаниях. До новых встреч. Пока-пока.